Дебрюйне. Пас в штрафную площадь. Опасно может быть Агуэро. Игру. Удар от ворот. Хозяева поля. Дебрюйне сразу же вперед. У Саутгемптона по сравнению с предыдущим матчем два изменения. И здорово налево. Габьедини с мячом. Может быть опасно. Прострел под удар. Сделать пас направо. Прицельно пробить, мне кажется, основание. Бить сходу по этому мячу. Хотя он, конечно, удобно. Тадичу, безусловно, виднее. Но неплохо. Тадич. Тадич. У Тадича тоже пока ни одной неточной передачи. Удар. Мяч в створ летел, между прочим. Агуэро. Агуэро обыгрывает, но вдвоем справились или нет? Сильва товарищу и успел Йошида. Нет, не Йошида, прошу прощения, а Седрик. Йошида-то как раз вот там находился, в центре вратарской. Ну а дальше Сильву, ну в принципе, не то чтобы блокировали, конечно, пробили. И выход к воротам сам Леонид Калошин. Это пенальти. Потому что нет попытки сыграть в мяч. Вот как там. Мы рассмотрим этот момент. Пенальти, по-моему, бесспорно. Давид Сильва. Удар. Мимо. Ну, здесь сложно очень было. Он ногами хорошо играет. Удар у него хороший. А вот так в ближний его решил. Нас, но, пожалуй, что не для Клаудио Браво, который занят в воротах. И спокойно совершенно этот ближний угол контролировал, даже если бы туда полетел мяч. Тем более, что удар-то был из-под Брюйне. Решил подавать и подал плохо. Удар Наваса и красивый мяч. И хорошо, что ничего опасного не происходило после этих подач. А вот сейчас, гол. Винсан Компани, ошибается Форстер и счет 1-0. Манчестер Сити открывает счет. Винсан Компани. Первый гол в сезоне. Дебрюйне. Агуэро открывается под прострел. Ворота пустые, бей! У защитников, но почему-то, давайте посмотрим, был ли вариант поднять мяч. Ну, не знаю, зачем он низом-то объяснять, как нужно бить по воротам, но он же видел, что Форстер уже все по голове получил. Форстер вообще был выключен в штрафной площади. Еще одна доставка верхом, подача. 3-3, ну... В сторону ворот. И 2-1, Дебрюйне, Сане, голевая атака, Сане! Игра закончена. Можно выпивать чай. 2-0. Прекрасная контратака. Манчестер Сити. Леруа Сане. Давайте на французский лад уж раз пошло. Красивее. Это, мне кажется, звучит. Пусть он и немец по паспорту. Леруа Сане. 2-0. Браво. Дебрюйне. Дебрюйне с мячом. Агуэро. 3-0. Ну как же так, Форстер? Если вытянет вверх руки, выше перекладины они у него поднимутся. И малюсенький Агуэро забодал этот мяч в ворота. 3-0, мне кажется, не совсем соответствует этот счет игре. Не настолько велико было преимущество Манчестер Сити. Но моменты команда реализует. И это, конечно, разница. То, что отличает одну команду от другой. Исполнительское мастерство.